Алло, дорогая, привет, нужно срочно встретиться. Господи, куколка, что случилось? Это не телефонный разговор, просто критическая ситуация. Оцени ситуацию по шкале выпитого винишка. 2,5 бутылки вина. Подружка, держись, я выезжаю. Я не знаю, как об этом говорить, но мы расстались с ним. А я тебе говорила давно, вы не пара, он не серьезный, мимо себя ни одной юбки не пропустит. Зачем такой нужен? Да, но он приехал ко мне с букетом роз и просил извинения. Как романтично, молодец, я все-таки знала, что есть капелька надежды в нем. А потом внезапно зазвонил телефон, и я увидела, что ему бывшая звонит. Какой же кобель, он к ней уже вернулся, я это чувствую. Он объяснил, что она ошиблась, после чего достал кольцо и подарил мне. А ведь женское сердце не обманешь, я знала, что он так сделает. Он становится на одно колено, чтобы подарить мне его, и я замечаю засос на его шее. А я ведь до последнего не верила, очевидно же было, что он козел. И он признался, что изменял мне. Мы найдем тебе достойного, дорогая, прости, но мне нужно бежать. Только все между нами. Дорогая, ну конечно между нами. Натаха, сейчас такое расскажу, обосрешься, только никому. А чтобы у тебя не было залетных ситуаций, не забудь подписаться на мой канал.